Итак, боец в синем углу. Весовая категория 61 килограмм. Боец представляет команду Узбекистан. Ему 23 года, рост 107 сантиметров. Он является мастером спорта по боевому самбо. Чемпион Узбекистана по боевому самбо. Профессиональный рекорд. Две победы, 0 поражения и 0 ничьи. Бойцовский клуб Dior Team. Тренер Навлев Dior. Встречаем Рахматиллаев Дишон. Боец из Кыргызстана, город Ош, весовая категория 61 килограмм, ему 27 лет, рост 66 сантиметров. Мастер спорта по боевому самбо. Музыку убрали. Чемпион Кыргызской республики по боям без правил. Чемпион Кыргызской республики по боевому самбо. Бойцовский клуб Талдык. Тренер Борошев Даняр. Встречаем. Борошев Джанат Бек. Мы напоминаем, в раундах бойцы проводят 3 раунда по 5 минут с 1-минутным перерывом. Запрещенные удары локтем в стойке в партере. Колено в голову только в стойке. Если в партере, то только в корпус. За шорты, за сетки, за экипировку не хватает. Первый раунд. Середину.
об этом бою. В первом раунде за 2 минуты 45 секунд удушающим приемом победу одержал Барашев Джанат Бек. Приглашается следующая пара.